Ну, хорошее будущее, на самом деле. И от присутствия или от отсутствия на Каннском фестивале, вот на прошедшем, наших российских фильмов, я думаю, состояние нашего кинематографа не сильно зависит, на самом деле. Состояние кинематографа зависит от многих вещей. Конечно же, от финансирования, конечно же, от определенных протекционистских мер со стороны государств, которые нужны. Очень многие страны, спасая свой кинематограф, развивая свой кинематограф, такие, как, например, Франция, вводили ограничительные меры для зарубежных фильмов. И для показа зарубежных фильмов это нормально. Зависит, в конце концов, от появления талантливых людей, которые реализуют себя, не, так сказать, пытаются кому-то подражать, а которые сами по себе оригинальны. Но появление гениев – это уже вопрос, так скажем, определенного случая, что ли. Гения, наверное, можно найти и выпистывать, вот. Но чтобы он родился, появился, это уже зависит от, наверное, каких-то сил там наверху в небесной канцелярии.